Два КАМАЗа песка привез, теперь кунт только подготовьте. Хотя бы часа на два, и мы все разровняем. Так это зира. Господь не послал лошадь. А где ты ее взял? На поле поймал. А не знаешь, откуда она? Не знаю. Да надо же, кобылка. Да хорошенькая какая. Так ты скажи, это, когда сможете помочь? Как сможем, так скажем. Так скажите, да. Тут тогда дорога, может быть, подниматься и все. Два КАМАЗа свалили. Так ты скажи, хоть откуда ж я? Ну я откуда знаю, на поле ходила, поймали на поле. И она отдалась? Ага. Хорошая какая, напоить надо ее. Какая она замечательная. Пауты там ее с живота сгони. Как она далась-то, чужая? Это батюшка такой. Папа, я ее еще вчера видел. Послась на горохе у нас. Ну да, о, батюшка накосит даст ей. Надо объявление дать какое-то, наверное. А? Объявление дать? Объявили уже, в курсе, в сельсовет сообщили. А-а-а. Ну ладно. Так сразу, как только появится, нам до дождя охота разровнять, иначе каша будет, сделает колею, и тогда весь песок уйдет никуда. Понял. Я сейчас оттуда только приехал. Прямо благоприятное для нас время. И сила есть, и все. Я с ней стану рядом, она на меня подержи. Мне так охота сфотографируется. Идет сигнал, вот. Тут видно, больше ничего не нажимает, ничего, только чтобы я попал. Да хорошенькая какая лошадка. Ну, как она звать-то, Зирочка? Ну, воды еще надо. Пойди, давно не пила, так много-то не надо сразу давать. Да ну. Она до реки дойдет, она бы напилась, сколько ей надо. Хорошенькая такая лошадка. Да замечательно, да большая какая. Ты смотри, кто будет, сразу расспроси, какой вес. Да большая, ей по-человечески лет 80. Ну да. У ней губа-то нижняя висит уже, все это. Ну и что? Ну это Зато она под коронавирус не попадет. Щелочка какая у ней. Покажи, что. Не, подальше маленький. Ну, хорошая лошадь. Замечательная. Так, возьми ведро. Давай. Стой, чтобы она не вышла. Покажи откуда. Да что ты? Вот, включай выключатель, вот здесь. Куда? Куда пошел? Вот выключатель. Вон, бери. Откуда бы я знал? Уже знает. Ну все, не будет она. Что-то тихо идет. Два КАМАЗа сейчас привезли. Разгрузил. Теперь только вот когда освободится у них. Мне надо пока сухая погода. Иначе топ пройдет, какая машина-то. И туда все в колею весь уйдет. Ну, Ну, Женя, молодец, не обманул. А это из колодца? Да. Я не знаю, что там, а лошади соскучился так. Опа. Давай-ка. Лошадь когда дождь, так вот так вот присели.
Ой. Вот она. Тихо, тихо, тихо. Зачем ты? Она может выйти. Да. Хорошая лошадка. Волосы какие у ней. Ай, поди, какой-то хозяин уже выгнал ее, сказать, ладно, иди помирай сама где-нибудь. Ну, пускай. В работе она уже шибко сейчас не может работать. Ну еще пандемия. Ну хватит, все, а то обопьется. Ясное дело, что давно не пила, но... Вон оно как. Все, забирай ведро, хватит. Паутов надо побить здесь. Да, нет, сейчас улетят они, не надо. Так вот, они улетят, пьет, сидит кровь. О, пьет. Ну, хорошенькая такая лошадка. Все, вот, бери сидит, ведро. Крапивец. Вот он сидит. Бери. Брать ведро? Да. Ну все, закрывай. Пошел, спаси Христос. Батюшка на усадьбе, не будет батюшки, как все будет. И все. Из колодца вот идет, там насос. Облегчение все-таки это изобретение. Это улярочка у него. Ты где? Ну-ка выйди сюда. Ты где? Тут завалили яму-то, ну уже щебенка еще как-то. Она вся в песок ушла. Напротив Глушкова яма была, мы засыпали глиной песком, ну. А щебенки надо. Ну вон щебенка берите. Так, где? Вот я где брал. Вон куча, вот это вот, да? Да, вон. Позовут. Хорошо, все. Берите. А у тебя телефон есть номер Жени Долгова? Да где-то есть, но на одном телефоне я ничего не могу найти. А что тебе? Ну чтобы он же объявил в Подстёпной, может там кто найдется. Ну в Подстёпной-то нет никого, ни одного номера нету. Ну, это у Игоря же все. Он звонил тогда. Игорь в поле где-то. Ну ладно, пускай их все. Ладно, я мог бы искать, но тут я полчаса не надо, потрачу. Не надо, ладно, не надо. Новый телефон, я вообще не могу им пользоваться. Я сразу и дам, она не хочет. Ну и все.